Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось, Мария, задать вам вопрос относительно того, что именно вы хотите исправить. И что в вашем понимании есть исправить. То есть как это исправить. Вы имеете в виду подавить свои чувства, которые вы испытываете, когда, например, слышите, как другие люди живут, допустим, хорошо. То есть это один момент. Подавить чувства, да? Это один момент. Раскрыть значение этих чувств и, соответственно, раскрыть себя. Это немножечко другой момент в том смысле, что есть разница между тем, что вы, допустим, сравниваете себя с другими просто потому, что так привыкли, да, и тем, что вы, допустим, сравниваете, опять же, себя, но только лишь потому, что недостаточно реализованы в жизни. То есть вы просто не удовлетворены тем, допустим, что имеете, тем, что у вас есть. Вы просто-напросто не удовлетворены этим. И это нормально. То есть, как бы, в таком случае чувство, которое вы испытываете, оно нормально, и подавлять его было бы плохо для вас, было бы деструктивно для вас, было бы жестоко для вас. Вот. Это такой момент. Дальше. Сама постановка вопроса относительно исправления чего-либо, да, сама постановка этого вопроса, она уже свидетельствует как бы о том, что вы, допустим, считаете, что есть что-то неправильно. То есть есть что-то правильно, а есть что-то неправильно. И мне думается, что это очень важный аспект вашей ситуации в целом, потому что если вы считаете, что что-то неправильно, к примеру, то хочется спросить, а почему вы так считаете? Что правильно тогда, что нет, да? Возможно, именно, из-за этого вы и переживаете так сильно. Потому что считаете, что что-то может быть неправильно. Хотя на самом деле, как я уже сказал, есть только лишь то, что вам, к примеру, нужно, есть только лишь то, что вы, к примеру, сами хотите и так далее. Вот. Дальше идем. Значит, вы пишете, что, значит,
Так, я послушал их рассказы и очень расстроилась. Пришла домой, потом опустошенная после этой встречи. Мне стало не по себе, вроде как у всех все в жизни неплохо пошло, по сравнению с ними я ощутил себя неудачницей. Смотрите, этот момент какой. Вот вы, почему-то, считаете, что люди будут рассказывать вам, ну, даже не вам, к примеру, а просто будут рассказывать о том, что у них случилось плохого. Вот почему-то, у меня такое ощущение возникло. На чем вы основываетесь, говоря так? Для меня это честно загадка. То есть вы ждете, что люди будут рассказывать то, что у них случилось плохого. Почему вы считаете, что, условно говоря, это все, что люди рассказали? То есть почему вы думаете, что вот то, что вы услышали, да, то, что они вам, чем с вами поделились, да, это единственное, что у людей произошло. Ведь совершенно очевидно, что у них помимо этого, возможно, есть что-то еще. Что-то, о чем они вам не рассказали. И не хотят рассказывать, не хотят, чтобы вы это знали. Люди. И, в общем-то, имеют полное право не хотеть, чтобы вы об этом знали. Чтобы кто угодно об этом знал. Даже у нас такое общество, у нас не принято говорить о том, что произошло плохого в жизни. У нас принято говорить о том, что произошло хорошего в жизни. Понимаете? Вот. То есть это очень важный момент. Такой. Эмпирический. То, как вы подходите к общению с людьми. Со своими людьми. Вот. Даже если... эти люди вам, ну, к примеру, знакомы. Вот. Понимаете, да? О чем идет речь? Дальше. Следующий момент. А вы говорите, что я понимаю, что у меня это идет из детства. Я понимаю, откуда это идет, у меня это идет из детства, где меня сравнивали там с людьми. Вот. Но я вырос и живу уже отдельно, говорите вы. Ну и что дальше? Вы думаете, что с возрастом может все измениться? К сожалению, нет. К сожалению, нет, к сожалению, это не так, и у вас остались некие привычные модели поведения, которые вы используете, вот, сейчас, в данный момент. Вот вы пишете, значит, то детство, а я давно выросла, но в плане эмоций, получается, с возрастом ничего не изменилось. Меня по-прежнему задевает
рассказы о благополучной жизни других, у меня сразу все становится плохо. Хотя на этих рассказах я, как говорится, живу и живу, ни с кем себя не сравниваю. Потому что эти рассказы вам напоминают о том, какие проблемы у вас есть. Вот. Знаете, это с одной стороны. С другой стороны, если вас сравнивали с другими людьми, это может означать только одно, что, грубо говоря, у вас нет своей, вот именно своей четкой системы оценок. У вас нет. Вот именно своей четкой системы ценностей, что вы сказали, что вот да, то, что я делаю, это важно. И все, у вас такого нет. И, вероятно, именно из-за отсутствия внутреннего оценщика, внутреннего даже не оценщика, а, скажем так, внутреннего центра, внутренних фильтров, именно ваших, и возникает такая беда у вас, которая вот, которую вы описываете в своем тексте, понимаете? То есть все, чего вы добились, вы взяли и обесценили. Но ведь это означает только что, что чье-то мнение вы ставите выше, в силу ряда причин, это возможно из детства идет, что-то вы ставите выше, чьи-то оценки вы ставите выше, с одной стороны. А с другой стороны, как вы относитесь к тому, чего вы добились, что это можно взять и обесценить сразу. Получается, что вы не уверены в том, что то, что вы, ну, допустим, то, что вы, допустим, сделали, то, что вы, то, чего вы добились, это раскрывает ваши возможности. То есть, по сути, вы говорите о зависти, зависти к другим людям. И зависть к другим людям, вообще-то, это несмотря на то, что люди пытаются, ну, как-то, это все завидовать, это нормально, многие завидуют. Вопрос немножечко в другом. Вопрос не в том, чтобы не завидовать. Вопрос в том, скорее, чтобы смотреть, как это чувство зависти можно, к примеру, реализовать. То есть, допустим, если вы завидуете, то что вы можете сделать? Что вы можете для себя сделать из того, чему вы завидуете? То есть, ну, завидуйте и завидуйте. Я не считаю, что это прямо плохо. Но мне кажется, что ту энергию, которая у вас появляется, вместо того, чтобы обращать внутрь, да? Имеет смысл как раз-таки обратить вовне, чтобы как раз-таки получить то, что вы хотите. И тогда работа по, как вы сказали, исправлению видится мне в двух основных векторах. Первое – это принятие себя и своей ценности, безусловное принятие себя и, возможно, проработка отношений с теми, кто вас сравнивал, вот. И второе – это, значит, корректирование вашего поведения вовне, чтобы вы реализовывали то, что вам хочется, чтобы вы не боялись зависти, чтобы не избегали ее, чтобы не пытались перестать завидовать. Нет, человек будет завидовать. Отчасти именно зависть – это некий двигатель человеческого развития. Мы все смотрим, как есть и другие. Мы не можем не сравнивать. Вопрос в том, какие выводы мы из этого делаем. Если мы считаем, что у кого-то есть, а у меня нет, значит, я плохой, ну, ничего из этого тогда не получится, потому что, ну, как бы, вы действительно другая, вы не такая, как эти люди, и это нормально.
Но если смотреть, говорить, о, вот этому я завидую, а что я могу это сделать, исходя из своих способностей, да? То есть, к примеру, у кого-то есть пентхаус, допустим. Но не каждый человек может позволить себе пентхаус объективно. Но ведь это означает, раз вы завидуете, допустим, пентхаус, это означает только то, что вы хотите жить дома. Ну, в смысле, в доме, в частном доме. И кто знает, может быть, если вы посмотрите, что вы можете сделать, ну, будете жить в маленьком частном доме, в принципе, и все. То есть, и, ну, желательно именно выделять вот эти вот желания, которые лежат в основе зависти. Одно дело, если это действительно какие-то интроекты, да, и на самом деле вы полностью себя раскрываете, полностью раскрываете свои способности и так далее. И другое дело, если вы просто не реализованы и в полной мере не раскрываетесь, вот, ну, не раскрываете свои возможности. И в таком случае зависть это хорошо, напоминает вам о том, чего вы можете достичь. Мне кажется, это прекрасно. Вот. Так вы не забываете, кто вы и кем можете стать. Вот. Такая вот история. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, выбирайте себе эксперта, с которым вы хотели поработать, и задайте ему все, что вам интересно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.